Handy Heater – компактный обогреватель, который благодаря своему дизайну и конструкции не занимает места, но достаточно мощный, чтобы превратить холодное и сырое помещение в теплое и уютное, с минимальными затратами. Компактный Handy Heater разработан так, чтобы его включали в розетку прямо на стене, и он не занимает лишнего места. И что особенно важно, не имеет проводов. Просто задайте желаемую температуру в границах от 15 до 32 градусов, установите скорость вентилятора, а остальное сделает Handy Heater. Он быстро и равномерно нагреет помещение до выбранной вами температуры. Вы можете также запрограммировать Handy Heater так, чтобы он автоматически выключался в определенное вами время. А термокерамический нагревательный элемент надежно помещен в пластмассовый корпус. Он не нагревается, и к нему можно спокойно прикасаться. Двухскоростной вентилятор обеспечивает тихую и эффективную циркуляцию воздуха по всему помещению. Его мощности хватит на обогрев комнаты до 23 квадратных метров. Смотрите, здесь было 17 градусов, а после включения Handy Heater температура повысилась до комфортных 22. Термостат позволит контролировать температуру воздуха, а вентилятор с двумя скоростями даст обогреть любое помещение в доме. Если надо перенести Handy Heater, скажем, из гостиной в спальню, его можно просто выключить, вынуть из розетки и сразу нести в спальню. Как удобно! И не надо ждать, пока он остынет, ведь о него не обожжешься. Больше не надо кутаться в пледы. Сделайте любое помещение в доме приятным и уютным с Handy Heater. Эффективный компактный электронагреватель с цифровым дисплеем, регулируемым термостатом, двухскоростным вентилятором и программируемым таймером на 12 часов. Ссылку вы найдете в описании под видео.